Боевики террористической организации ИГИЛ обнародовали видеозапись, на которой захваченного ранее пилота ВВС Иордании лейтенанта Муата Аль-Касисбе сжигают заживо. Эти кадры мы, разумеется, демонстрировать не можем. Видео попало в интернет спустя несколько дней после того, как террористы обезглавили японского журналиста Кенджи Гота. Подтвердить аутентичность записи независимые эксперты пока не готовы. Проверкой сейчас заняты разведслужбы нескольких стран, включая США. Казнь заложника с применением огня практикуется исламским государством впервые. Все предыдущие показательные убийства террористы осуществляли путем обезглавливания. Эксперты считают, что новый метод расправы над заложником нужен ИГИЛ для привлечения к себе большего внимания мирового сообщества. Известно, что в плену у боевиков находятся многие граждане стран Запада, в том числе как минимум одна американка. Западные наблюдатели полагают, что очередная публичная казнь может подтолкнуть США к еще более активным действиям против террористов исламского государства. Обсуждается даже версия наземной операции против ИГИЛ. Напомню, пока западная коалиция ограничивается ударами с воздуха, сегодняшнее появление видеозаписи уже прокомментировал президент Барак Обама. Я пока не получил подтверждение подлинности этой записи, но должен вам сказать, что если увиденная мной правда, это станет еще одним индикатором чудовищного варварства этой организации. Думаю, этот инцидент заставит международную коалицию усилить свою бдительность, а также решимость в стремлении полностью уничтожить эту группировку.